Всем привет! Сегодня 23 мая. Температура воздуха чуть-чуть потеплела, плюс 19. Вот только выглянуло солнышко, хоть немножко. Цветут маки у нас. В этом году их тут у нас не так много, но есть. Температура Азовского моря сейчас 18,2 градуса. Это сторона Пересык. Эта сторона Голубицкая. Вроде бы небо распогаживается. Вот. Солнышко. Медуз пока не видно. Ветерок сегодня намного теплее, чем в прошлый раз. Ну, водичка вроде стала чище. Так что вот такая сегодня погода между Голубицкой и Пересыпью, напротив нашей базы, Азовское море. Вроде бы успокаивается. Солнышко начинает чуть-чуть сильнее пригревать. Так что вот такая вот красота. Вот, солнце еще сильнее выглянуло. Так что вот погода потихонечку налаживается. Как-то так. Всем пока. А Котя где-то гуляет пока. Ну, будет, я покажу.